Трезвое Бухалово, друзья, четвертая часть. Продолжаем мы с Михалычем, значит, развивать нашу карту Бухалова. И сегодня мы все-таки решили закупить себе животных. Но посмотрите цены на коровы. У нас получается 224 тысячи за одну голову. Цены, конечно, прямо надо сказать, что катастрофически дорогие и неправдоподобные. Кто топит за реализм в этой игре, вот такие вот цены в рублях у нас на одну коровку. Вот. Михалыч сейчас у нас в данный момент гонит сюда технику. И мы будем здесь, значит, наполним кормушки эти водой. Значит, также у нас тюкуется солома. А где у нас, на каком поле у нас тюкуется солома? На втором там надо. На втором поле у нас тюкуется солома. Третье поле мы выкупили под траву. Будем делать силос. Вот. Ну и потом в дальнейшем будем уже, значит, тюковать и оборачивать тюки фольгой, чтобы они уже ферментировались в силос. Ну и все-таки нам нужно будет эту ямку силосную как-то заполнять. Вот, тем не менее, нужно закупиться коровами. Хотя бы сколько-нибудь вывезем, может быть, на молочке. Сколько, Михалыч, будем брать? Так, давай посмотрим. Давай штук 10. 10 штук, да? Разных. Да. Разных копченых, загорелых. Раз, два, три, четыре, семь, восемь, девять, десять. 10 штук. Окей. Подтвердили, надо, кстати, палочку закрыть. Во, отлично. Итак, здесь нужно будет им воды, значит, привезти. Тут недалеко, наверное, на речке можно заполнить. Там съезд как раз. Там вот напорная башня стоит. А, ну вот, сейчас тогда водички хотя бы на первое время им привезем. И можно будет соломки сюда кинуть. Ну, слушай, и сейчас, наверное, мы травки накосим. Значит, можно, они ведь траву тоже у нас будут есть, правильно? В принципе, да. Можно травы привезти. Сейчас, кстати, давайте посмотрим, что у нас по животным. Так, значит, моносмесь, сено, силос, трава. Да, соответственно, сейчас травки мы им газончик накосим и, соответственно, им туда свалим. На первое время потом мы им что-нибудь подвезем более вкусное, более насыщенное и витаминизированное. Так, друзья, также у нас, значит, что по полям. Пятое поле у нас канола. Здесь пока у нас работают наймиты. В принципе, поле небольшое, они сейчас быстренько его уберут. Мы разгрузим и все пока на склад это все дело припрячем. Когда у нас настанут черные времена, тугие, мы это все со склада продадим. Ну или когда цены у нас повысятся на это урожай. Вот. Вот такие, в принципе, у нас занятия. Михалыч, ты что там делаешь? Траву пашу. Ага. А как газон у тебя ездит? А, помощники. Ага. Так можно было, что? Да. Давай я получу. Давай. Сейчас только круиз выставлю. С какой скоростью ты передвигаешься? 10. Десяточка. Так, поехали. Классная пара, да, Evil Force Creed? Да. Квадратный такой кусок металла. Блин, интересно очень сделано. Вот слушай, в принципе, потом можно это поле, если оно нам не нужно будет, можно его распахать и чем-то засеять. Морковкой, допустим, луком, что там еще у нас, хмель, табак, да, вроде еще тут есть. Восемь тысяч литров. Вроде побыстрее лишь, нет? Не 11, десяточка. Десяточка. 10 по спидометру. Ну, я думаю, еще один круг мы тут сейчас нарежем. Полтора. Так, сейчас в балкон кому-нибудь заедем. А эти тоже можно, кстати, скосить. Да, бокадо тоже бокадо можно. Можно, да. Можно вообще тут все перекосить, все, что этот растет.
94%. 95%. Ну, слушай, в принципе, нормально здесь с полем. Я думал, конечно, меньше будет в разы. Все, я поскакал. Так, слушай, нам нужен газон пока что. Сейчас этот я езжу. Вот именно который с молоком цистерна. Чтобы воды им привезти. И, наверное, может быть, как-то соломки, и может этот, слушай, грузовой прицеп в аренду взять на время или слишком дорого? Да, посмотрим. Хотя бы прицепчик соломы им бросить, чтобы не тюковать, а потом мы впоследствии с тобой это все дело затюкуем и на склад там куда-нибудь припрячем. Тысячу всего аренду. Вот, его сейчас в аренду взять, значит, на первое время натюкуем, не натюкуем, а наподбираем и туда куда-нибудь сейчас бросим. А потом потихонечку будем тюковать уже на будущее. Здесь у нас есть навес, в принципе, надо, думаю, что хватит и места. 10 единиц у нас, да, 10 коров. Ну, вот этого хватит им корма. Сейчас уже можно будет в яму возить целостную. Так, отлично. Кушать подано. Только что-то кормушка-то не прибавляется, ничего. Все, я разгрузился, и теперь, наверное, будем силосную яму, да, забивать. Впоследствии, подожди, Михалыч, я думал, ты будешь сворачивать. Я говорю, впоследствии мы этот возьмем гусеничный ХТЗ сюда, потом перекинем на прессование. Вот. Сейчас будем тогда уже силосную яму забивать. А где вот про лук с травой говорил перед серией? Ага. Вот тэпнись на данный момент вот на газон, вот который с молоком, я тебе покажу где. Так, давай сейчас посмотрим. Так, а где он? Тут прям, тут прям хороший. Я, слушай, ну, где ты? Вот это, да, кстати, смотри, офигенный. Давай, знаешь, что с ним сделаем? Давай вот тот лук мы соберем на силос, в яму чисто, да? А вот этот лук можно скосить также, но не подбирать, а просто скосить. И затюковать уже в тюки, обернуть тюки и уже просто, чтобы они ферментировались в тюках. А, тоже можно. И на склад тоже их туда зафигачим. То поле можно полностью убрать на силос, а вот это можно натюковать. Чтобы у нас на складе они были. Так, вода есть, значит, трава на первое время есть. Нам осталось соломы. Я так понимаю, солому. Ну и свободные трактора у нас тоже где-то есть, да, на базе? Да, на базе. Так, сейчас газон тогда мы туда отвезем и посмотрим прицепчик какой-нибудь маленький в аренду, подборщик. И вот там уже стоит. А, стоит уже, да? Сейчас тогда цепанем его и соломы привезем. Я сразу развернусь. В предыдущих сериях вот это поле было, в принципе, уже распахано, а здесь не знаю почему. Ну, ничего страшного, если земли не хватит, мы его как-то потом распахаем. Так, магазин. Вот он. Так, значит, это у нас прицеп. Давай просто посетим. Так, а где у нас есть свободные трактора? Которые... Вот прям, которые не нужны нам. Не то, на базе. Прям два. Вот прям два стоят. На базе, да? Да. Так, сейчас, секунду. Один за удобрялку зацепленный, а второй за. Да, нашел уже. Так, давай его просто я сброшу, да и все, чтобы не мучиться. Сброс. Куда он его сбросит? Так, подожди. Нет, помучиться придется, он куда-то его не в магазин сбросил. Где-то он здесь продолжает стоять. Да, вот он. Угу.
Так, поскакали, значит, соберем соломы. Слушай, а у меня, вот, знаешь, что, сомнения возникают. Влезет ли у нас этот прицеп в само здание фермы? Должно. По высоте именно вот. Там ворота вроде бы не такие. Ну что, сейчас посмотрим. Если не влезет, то как-нибудь где-нибудь там разгрузимся. Ну и уже потом кошечком туда это все дело затусуем. Так, погнали. Сколько он? 40, да, получается, литров? 40 тысяч? Вместимость у него? Нет. 23. А, всего лишь... Вот, думаю, что хватит им на первое время. Потом можно будет опять его отдать, эту аренду. И, значит, это... Можно будет силосную яму забивать. После тюкования-то что будем сюда сажать? Думаю, хмель. Посадим сюда хмель, а вот на то поле, которое сейчас траву мы, значит, на силос. Там лук. Там посадим, да, у нас же есть, значит, пак корнеплодов, вот это уборочных машин. Друзья, кто будет, значит, говорить, что я говорю неправильно, силос, значит, там, где я вырос, это значит Подмосковье, у нас произносят силос. Ну, все детство я это слышал, просто у кого-то силос, у нас всю жизнь произносили силос. Так что, если кто будет этим недоволен, прошу прощения, все, буду теперь произносить правильно, по-вашему, силос. Так что забываю, постоянно, да, все детство слышал именно силос. Все, я полный. Получается 24, да, у него емкость? 23, все, лечу на ферму. Так, а что у нас по бюджету? 26 миллионов еще. Может, еще десяток возьмем? Давай. Закажем еще десяток. Может быть, на молочке поднимемся. А ты, кстати, нигде не встречал вот именно производство на молоко, еще что-нибудь? Ну, не пилораму просто. А пилорам я знаю, что много модификаций. А вот молоко, допустим, кефир там. Вот у нас хмель, да, культура есть. Пивоварня, допустим. Пельмот? Нет, не видел. Я где-то видел пивоварню, значит, потом видел сахарный завод на свеклу, это тоже видел. Что я еще? По-моему, хлебопекарню также я видел. Но вот с молоком то ли я не обращал внимания, то ли как-то еще не попадалось. Неплохо бы поставить какое-нибудь производство здесь и уже продукции получать в два раза больше. Есть молокозавод. Есть молокозавод здесь? Да. А, ну и все тогда, значит, у нас все нормально. Нужно поддон. А, поддоны, значит, нам надо лесом потом попилить будет как-то. Чуть-чуть. Да. А нигде не закупить здесь? Поддоны нет, но только если через глобал. Ясно. Ну, придумаем что-нибудь. У нас еще и молока-то с тобой нет. Ну да. А, нет, по высоте я влезаю, все нормально. Так, солому разгружаем. Во, отлично. Слушай, этого прицепа, я думаю, много будет, да. Давай-ка я еще десяточек возьму. Так, палочку закроем, чтобы нас не разбежались. Так, раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бам! 2 миллиона как с куста. Все, отлично. Итого у нас получается 20 голов. Семь кубов осталось соломы. Давай я куда-нибудь здесь краешку. Давай, давай. А вот куда только, чтобы она не мешала прям. Вывали ее на второе поле, ее зачеку потом. На второе поле вывалить? Ну. А, ну давай, сейчас тогда приеду.
Тебе ее как выловить? Полоской? Или кучкой? Полоской лучше. Полоской? Так, сейчас тогда. А в принципе, что я расстраиваюсь? У нас же есть золотой песок на этой карте. Иногда. Если денег не хватит, его там, конечно, больше похоже на читерство, но там реально можно денег заработать, конечно, это... Ладно, пока песок трогать не будем, будем пытаться выжить с помощью вот именно производства и каких-то культур, которые мы собрали. Так, давай я тебе здесь краешку где-нибудь бухну. Такая нормальная полосочка получилась. Все, прицеп возвращаем, да? Так, в аренде. Так, все, спасибо. Отличный прицеп, оценили. Нам понравилось. Так, трактор тоже я тогда на базу скину. Окей. И, значит, я разгружу наши комбайны. Так, садимся в КамАЗик. Поехали. А на этом поле мы что будем засаживать потом? Придумаем что-нибудь. Так, отлично. Можем пшеницу, можем ячмень. Может быть, может хмелем вообще все засадим? Ну, можно хмелем. Я хотел на производство просто. А, ну давай. К следующей серии, может быть, раскопаю пивоварню. Ну, я видел то, что есть, значит, производство пива, пивоварня. И, может быть, так будет дороже. Именно. Так, зил. Садимся. Да, хмель, по сути, сама по себе неплохо стоит. 1100 за один куб хмель. Ну, неплохо, в принципе, да. Все, это вот это у нас последнее поле, на которое, ну, надо убирать. Больше у нас полей нету, да? То бишь, после этого поля мы все эти комбайны на базу возвращаем и занимаемся животными именно вплотную. Все тогда окей. Так, постой пока здесь. Так, сохранение. Так, где у нас? Сесть в машину. Слушай, Михалыч, у меня вот вопрос, а ты вот эти круглые тюки чем хочешь привозить? Разве имеешь в виду? Ну, вот эти, да, вот которые сейчас тюкуются. Сейчас посмотрим. По-моему, у нас с этим есть некие сложности, там надо будет скачивать. Есть очень классный мод, прямо с модхаба. Это у нас под квадратный тюк, это у нас вот под круглый. Облегчает сбор и погрузку тюков. Но, по-моему, и есть вот такая вот не очень удобная телега с открывающимися бортами. Телегу лучше вообще не брать, мне кажется. Ну-ка давай-ка вот это посмотрим. Ну это под 4, хотя... Слушай, я думаю, что знаешь, давай все-таки как поступим. Есть в модхабе очень интересное приспособление на 8 тюков, которым я сейчас пользуюсь именно на Новгородовке. Она так же, как квадратная тюков, ну вот этот автоподбор, также у нее сбоку выезжает эта лапа. А, у меня он есть. Есть, да? Да. Классно. Вот мы ее подключим, значит, на следующую серию, и эти все тюки потихонечку перевезем.
Ну, потому что вот сейчас прицеплять, значит, навеску какую-то к трактору на 4 тюка и возить по 4 тюка, это тоже, знаешь, такое себе. Плюс ко всему, она автоматически выгружается, она невысокая, и мы можем тюки аккуратненько все эти складировать. Что у нас там, кстати, по животным? Так, вода 8, солома в норме, чистота 100%, и травы у нас 13 кубов. Так, а молока у нас 0, да, и навоз у нас 26 литров. Ну, в принципе, ладно, это все потом со временем. Че, слишком много навалил, да? Нормально. Навоз, кстати, там навален. Да-да-да. Нужно будет купить навозоразбрасыватель, и все это тогда дело... примастырить. 22 миллиона. Может быть, еще все-таки это подкупим десяток? Или остановимся на 20? Да, остановимся на 20. Нам же еще все равно технику еще нужно будет докупать. И, кстати, я бы еще приобрел бы здесь свиней. На мясо, чисто на мясо. Есть ведь у нас здесь мясное какое-то производство? Здесь нет. Блин, это очень грустно. И надо бы поискать. Ну, слушай, тогда получается в магазинах, да, сдается? Они просто да. Живым весом. Так, вот у нас свинарник. Вот так вот у нас выглядит свинарник. И здесь, по-моему, у нас уже есть какая-то часть кормов под навесом. Или это просто текстура? Это корм. Это корм. Это корм, да, получается? Так, а в какую цену у нас хрюши? Давай засмотрим это все дело, заценим. Так, и навоз тут тоже так же есть. Так, 134 тысячи стоит одна хрюшка. Я думаю, пока что не будем, да, их брать? Смысла пока нет. Пока не будем. Потому что кормить их нечем особо. И это придется, получается, корма покупать в магазине. Ну ладно. Пока что коровы у нас есть. Посмотрим, если будет прибыльно сдавать и продавать молоко, именно с коров потом, то, соответственно, можно будет поголовье увеличить. Если не так прибыльно, то все-таки можно остановиться и на 20 пока что. Ну и также потом посмотрим по свинкам. Но свинки будут у нас чисто на мясо. И, кстати, до приплода у свиней намного, считай, что время меньше, чем у коров. Коровы, блин, надо проиграть долго, чтобы они приплод принесли. Вот. Так, здесь у нас что? Здесь у нас вот именно эти поддоны, да? Получается, сюда мы щепа... И солома. И получаем поддоны. Ну, в принципе, ладно. Щепу мы можем раздобыть. Это не так трудно, да? Можно купить, значит, щеподробилку и просто тупо даже руками в нее покидать. Да можно ту же солому туда. Или ту же солому, да. Кстати, так надо было, знаешь, что этот подборщик-то не сдавать и привезти сюда солому-то еще. А поддоны одни фиг нужны. Что? А поддоны нужны. А, поддоны. Ладно, разберемся чуть позже. Зона выгрузки щепы и соломы. Окей, у нас еще и товара-то, в принципе, на продажу нет. Нет ни молока, ничего. Я пойду выгружу, значит, комбайны. Чуть на сброс не нажал. Все, в принципе, через минут 10 это поле они уберут, даже меньше, наверное, минут через 5, и уже можно будет потом заниматься им. А у нас плуги вообще есть на базе? Нет плугов, это я думаю, что у нас плугов нет. Я думаю, что два плуга мы с тобой возьмем, я
Уверен, что нам их хватит на первое время. Нужно будет подключить. Опять же. Мы подключим. Без проблем. Следующую серию. Без проблем подключим и возьмем какой-нибудь этот гусеничный трактор туда. И пускай они у нас на поле гоняют. Отлично. Так, и что у нас? Подожди, Енисей, стой. Я, знаешь, наверное, что сделаю, Михалыч? Енисея отгоню на базу. Тут, в принципе, Дону осталось на два прохода, наверное, не больше. А трубу можно, конечно, чуть побольше было бы сделать. Все. Так, а на складе у нас есть какая-нибудь культурка? Я ведь не помню уже, чем мы там собирали с тобой. Так, 105 кубов у нас получается. Пшеницы, да? Или ячмень? Нет, ячмень вроде. Ячмень. Но цены на ячмень сейчас упали вообще. Хотя на восточном элеваторе можно продать нормально, в принципе. 40 тысяч за куб. Ну, точнее, ты не продашь. Там маркер выгрузки. А, все, понял. Понял. Так, также есть у нас молоко, хлеб, лук, морковь. Лук, кстати, 69 тысяч рублей за этот стоит, за куб. Смотрим дальше. Хмель 93. 93 тысячи хмель, и с учетом того, что это сейчас цена отпустилась. И самый дорогой получается у нас... Табак, да? 120 тысяч почти что. Не слабо так. Но с другой стороны, надо посмотреть, как этот табак собирается. Мы можем с поля получить всего лишь один грузовик этого табака. Правильно? И тем самым получится, что это как бы не очень-то и рентабельно. Разберемся чуть позже. Посмотрим. Но когда вот играл я в эту игру соло, вот в Бухалово, она появилась, эта карта, я решил ее попробовать, потому что с 17-м я знаком был с этой картой. Так вот, я начал сажать лук, и ты знаешь, я вот довольно-таки быстро на луке поднялся. Я все поля луком засадил и сдавал, и в принципе нормально так денег у меня было. Верю. Посмотрим. Он даже не запачкался, слышишь? Как будто только что с магазина. Так, и осталось еще ЗИЛ перевести. То, что он у нас полный. Все, на склад везем. Слушай, а у меня ведь есть прицеп к этому ЗИЛу. Кто есть? Прицеп. Модификация в паке. Есть прицеп к этому ЗИЛу. Родной. Ну, не именно к этому ЗИЛу, а вообще к ЗИЛу 130. А, он идет в паке с другим ЗИЛком. Тоже от SD Mod, только он... Ну, видел, да, такой прицепчик серого цвета? Да. Прикольно, слушай. Надо будет подключить его потом. Он идет вместе в паке с еще одним ЗИЛом. Угу. Да. Который был в общем доступе.
предлагаю, кстати, вот зелка сейчас портам переделать, чтобы силу тоже возить на нем. Без проблем. Да, в принципе, слушай, неплохая тема. Это удобнее будет. Пока один ездит, второй уже почти что наполнится. Ну да. Так будет и быстрее, и сподручнее. Так, надо где-то прицеп запарковать. Как бы вот солома еще закончить, успеть. Ну, оставь пока ее, в принципе, оставь, ну, не к спеху. Потом, если что, в аренду еще один этот возьмем и вдвоем ее нашинкуем. Так, настроить. Все, настроил. Лечу. Считаю, у нас все равно пока на транспортировку тюков у нас не хватает прицепа. Вот. А потом также в аренду возьмем, сколько там, считай, буквально минут на 30 нам нужен на полчасика. Мы это все дело перевезем, сложим и... В принципе, вернем эту всю аренду. Нам этих тюков за глаза, у нас тут что, хозяйство-то не такое огромное. Че он встал? Езжай. С похмелья, что ли? Ехай. Кстати, есть скрипт, который исправляет вот такой вот тупизм наймитов, но я его не тестировал, не знаю, как он работает, но там много-много описаний, типа, что наймиты учатся, наймиты перестают тупить и так далее. Не знаю, не пробовал. Так, ну ты как его наполнишь, так, в общем, я подъеду.